Всем привет, ребята! С вами я, Марк, и вы на канале 242. И сегодня у нас стартовала новая акция в Dixie. И да, я читаю ваши комментарии, и вот вы мне писали: Марк, где видосики? Если честно, ребят, я вам скажу. Да, я себя плохо чувствую сейчас немного, но сегодня стартовала новая акция с 8 апреля по 5 мая. Будет продолжаться акция Kitsy. Это у нас акция в Dixie. Похоже на космокрепсы, если честно. Там тоже крепятся, вы уже знаете, мои, наверное, модные тапочки, знаете. И там всякие брелки есть и браслетики. Там такая акция наподобие, помните, во вкусную точечку была, там Егора Крида была акция. Вот наподобие тоже такой же. Но там еще есть браслетики и сами брелки. Давайте покажу вам пакетик. Вот такой вот пакет у нас. Такой маленький, знаете, вот по сравнению с ладонью, он вообще маленький. Знаете, даже вот так вот поместится. Не открывается. Так, теперь мы открываем его, и нам выпадает, вау, как всегда. Я, правда, имел в виду, выпадает, а не падает. Это у нас котик, прикольный, кстати, красивенький. Давайте посмотрим, мне акция пока что вроде бы как... нравится. Интересненькая. Если, правда, повторки будут, то не особо интересненькая. Она будет... О, смотрите, пончик. Правда, пончик заглючился, потому что он какой-то квадратный. Знаете, пончик странный. Открываем. О, это у нас клубничка. Посмотрите, какие они все такие красивые, знаете, пиксельные. Мне кажется, это 16, там 8 бит где-нибудь. Они такие вообще пикси. Космос, космонавт, что видно у него в этом. Ну, мне вроде... Или это телевизор, погодите. Напишите в комментариях, я что-то не понимаю. О, повторка, котик. Идем вроде бы, мне кажется, хорошо. Пончик. В принципе, я вот купил 10 штучек на кассе за 49 рублей. Каждую штуку 49 рублей. Но, как я понимаю, альбомов к ним, правда, нету. Но зато есть брелки, браслетики. Это у нас губы. Да, губы. Знаете, вот битное как-то не особо даже... И понятно, что выпадает. Это то ли губы, то ли что-то. Это то ли телевизор, то ли космонавт. Это кошка. Кошки почему-то у меня такое ощущение, что это не редко. Скорее всего, редко это яблочко. Потому что оно тут прямо вот такое вот крупным планом. Опа, это звездочка миленькая. И последний у нас пакетик. Открываем. Последний. Поставили лайк. Молодцы. И нам выпадает повторка. Вот такой вот у нас получился мини-обзор такой акции с Dixie. Скорее всего, буду еще снимать части. Вот мне выпало. Мне выпало всего 6 штучек, если новых. Ну, вот такие результаты. С вами был я, Марк. Не забывайте подписываться. Всем удачи, всем пока-пока!